Как его приглашать к нам? Или вообще как-нибудь выступать? Так, раз. Я буду, но я такой типа, я пошел. А то есть, да, ну, хорошо. Так. У нас еще Оксана будет, она подъедет. Ага, подъедет. Хорошо. Хорошо. Еще Саша, вот, Саша, отлично. Сергей, вы выступаете? Да, нет? Да, нет. Да, отлично. Вы активнее, а то я стесняюсь, на всех давить. Не надо, конечно. Нам активно. Так, хорошо, давайте тогда. Только не больно. Еще раз со всеми. Мы начинаем наш прекрасный природный литературный вечер. У нас первый раз на моей практике такое, что у нас много на природе с едой, знаете, такой камерный, очень-очень интересный опыт будет. Вот, темы у нас сегодня нет никакой, поэтому мы читаем все, что нам хочется, главное, чтобы нам было приятно это делать. Вот, можно и о любви, и о свободе, и о горе и несчастье, если у вас есть такое желание. Хотя, мне кажется, здесь, на природе, читать о каких-то проблемах было бы неловко. Вот, ну и начнем мы, наверное, с Алексея, потому что он пришел раньше всех.